На реконструкцию тысячекоечной больницы в Красноярске будет потрачено 738 миллионов рублей. Уже объявлен конкурс на выполнение комплекса строительно-монтажных работ и на приобретение медицинского оборудования. В перечень необходимых работ входит устройство фундаментов, покрытий, полов, внутреннюю отделку помещений, ремонт кровли, прокладку коммуникации, систем вентиляции и кондиционирования. Деньги на ремонт будут выделены из краевого и федерального бюджета. Торги состоятся 26 января. Также стоит отметить, что к универсиаде именно в этой больнице появится новый операционный корпус, который пристроят к старому зданию.